Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным маринадом для шашлыка. Шашлык получается очень вкусный, нежный, мягкий. Попробуйте приготовить и вы. Для этого нам понадобится мясо. Я его обычно нарезаю вот такими небольшими кусочками на 2 укуса. Перекладываем его в миску, в которой будем мариновать. Добавляем соль. Из расчета на килограмм мяса я беру чайную ложку соли. Также я беру чайную ложку специй. Можно взять любые. Я взяла хмели сунели плюс молотый душистый перец. Из расчета на 1 килограмм мяса я беру 2 крупные головки лука. Его нужно перемолоть блендером или перекрутить на мясорубке. Все тщательно перемешиваем и заливаем молоком. Залили молоком, отправляем в холодильник 10-12 часов и шашлык можно жарить. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!